Да вообще. Все. Да у меня разговор. Мир вам. Сейчас рулетки, сейчас я уберу все это. Городушку-то свою. Ну и там пристали, их не могу никак. Я говорю, я ухожу, никаких держат. Так, ну что, поможешь? Да, мне, да, да, конечно. Мне надо записать, что надо делать-то? Почему я опять пою? Нет, нигде, я ее не переключал, ничего. Да, да, сейчас. Значит, сейчас разберемся. Покажу, как я делаю сейчас. Сделаю, чтобы увидели у меня экран. И говори, да, что. Да, нажмите демонстрацию экрана. Так. Сейчас что, где? Справа. Справа там не вижу. Справа, где сердечко, да, около сердечка. Так. Доступ к интернету. Еще это не вижу где. А, вон вверху. Два, одна на одну. Да, выше. Вот. Дальше. Начать демонстрацию. Да. Так. Так, так, подождите. Первое. На экране. Внизу. Это только для демонстрации надо. Это можете не записывать. Ну ладно. А, для демонстрации. Ну. Это чтобы я видел. Чтобы я видел, что происходит у вас. Так, дальше-то что сейчас? Так, все, теперь запускайте браузер, ну вот эту оперу. Оперу. Ну, в интернет, где вы заходите, так, да. Вот. Так, все, жду. Так. Все. Смотрите, теперь тут нажимаете менеджер видео. Да, менеджер, это я нажимаю, это я делаю. Менеджер видео. Сверху, да, там? Да. Да. Менеджер. Потом я панель управления беру. Так, сейчас, секундочку, я увижу. Да. Так, вот здесь ничего сейчас не надо, не нажимайте ни панель управления, ничего. Слева. Видите, снизу классическая версия написана. Так, панель управления слева, не надо? Слева, снизу. Не надо, не надо. Так, внизу что там должно быть? Классическая версия, да? Слева. Да. Да. Сейчас. Классическая версия. Ага. Там вылезет такая табличка. Так, сейчас. Что-то отошла. Да, классическая. Нажал. Так, табличка. И что дальше? Пропустить. Пропустить. Так, минуточку, где она у меня тут? А, вот она. Там меня... снизу. Так, пропустить. Ага. Дальше. Сейчас ждем. Ага. Так, вот. И вот теперь. Так, сейчас я у себя посмотрю тоже. Вот теперь смотрите, панель управления слева уже можно нажать. Слева. Налево что? Менеджер, это панель управления, да? Да, панель управления. Так, панель управления. Дальше. Во! Все? Все. Это и все вошло, да? Да. Ну вот видишь как. В прошлый раз я не записал и. Ну, неудобно даже обращаться. Нет. Тут нет, всегда обращайтесь, понимаете? Тут вы не можете это. Тут так сделано, что вы зайдете, допустим, в другом месте, чтобы изменить вот картинку, да, и он автоматически меняет везде вот эту вот тему саму. Дело-то. Почему она от меня спряталась-то? Ну, это который просто... четвертый, это второй бес, который присылали, это стоит. Да, 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 хорошо. А вот вы смотрели тут по Екатеринбургу, я выставил ролик. Смотрел, я прислал, я Илье сказал, чтобы он сделал отдельную с картинкой. Он сделает. Ну ладно. Отрежет там, вырежет, там, чтобы вот как помните, Шереметьево так же, чтобы было. Ну да. Там много просмотров, когда такую картинку даешь, сразу там 10 тысяч почти просмотров было. Да. Ну, видите, стали просить об этом, и у меня подход-то совершенно другой. Ну, раз православный, значит, вроде я должен за православных. Нет. Они должны немедленно дать откат назад и попросить прощения у людей. Да. Тем более люди говорят, мы не против храма, мы ходим верующие. Но не здесь только, места много где. Сейчас у меня брат был, отец Аким, мы смотрели, как там ломают за этот забор, так он из сетки пока. И как...
глава города, там 30 человек придут, сегодня должны были не прийти, там какое-то решение. Решение одно должно быть в любом варианте. Одно, отступить назад и попросить прощения. А я там вставил, там минуты две, говорит Невзоров Александр Глебович, что наконец-то сорвали маску этой РПС-то, увидели отвратный лик их, они все сомнут любого с пути своего. Понимаете, как загорелось, они творят, сами себя сжигают. Да разве же можно это? Кому не нужны ваши храмы, когда народ против идет? Вы для людей делаете или для своего шику? Да. Тут вверху вот написано, беседа Яна Златоуста, и я второй раз ее заканчиваю, второй раз она выбрасывается. Не проходит и все. Ничего не понятно. А что пишет, ничто не пишет? Ну, не пишет, а красно выбросит. Я по новой достал, уже у меня в архиве было это, вот, ЖИ тут 34 выставил. Вот закончил и опять выбросила. А остальные я по 7 штук заряжаю на неделю. Все нормально проглотила. То ли в записи, что ли, еще, или еще раз попробовать. А там, смотрите, а у вас же это видео Златоуста, оно уже закачано на этот, на канал? На канале нет, там не написано, когда закачано, он так и говорит. Уже закачано, убрать. Не закачано, на Златоуста нет. А я вперед иду и иду. У меня нет вперед ни одного ролика. А этот, прямо написано, сбой, там сбой как или что-то неверно записалось. Я опять поставил, она опять ту же картинку закачала, а потом выкидывает ее. Выкидывает. Вот это вот сверху, вот это, да, видно, который да, вот Златоуст. Сейчас я даже гляну. Так, минуточку. Вот нажмите здесь, вот видите Златоуст, где видео написано, беседа такая-то, это вот это, наверное. Ну вот это вот, на самая верхняя сейчас вот, верхняя. Да, вот нажмите на название. На название, а где название, рядом которое, Ж34? Да, да, да. Нажал. Сейчас посмотрим. Вот, видео недоступно, видео является копией другого ролика. Вот видите, причина такая, что у вас это уже на есть на канале, и поэтому он ее не пропускает. Очень странно даже. Она это мне не выбрасывала, что, а просто ошибка закачки. А они, это же у вас ресурс, огромное количество занимает места, как бы терабайтов этого жесткого диска, ну то есть место в интернете. Да. И они уже стали следить, чтобы повторов не было. А там все время они выкидывают. Потому что когда я скачал все от Сергея Козлова, то я не мог найти, какие у меня были. Она сама выкидывает иногда по 3, по 5. Что были, были. Ну все, теперь я знаю. Я их выкидываю и все. Вот это такая же причина здесь. Все, я узнал. Так, ну и что, нужен я, нет? А... У вас там существуют плейлисты, ну то есть как бы по папкам распределено. Да. Теперь и там не много. На них. И она не дает показания на это. Изменили все. Тогда было, когда все по плейлистам, а сейчас куда попало. Она не дает плейлисты, вот эта система по-новому. Нет, она дает, просто надо знать как. Смотрите, нажмите назад здесь, назад. Ну, сверху. Стрелка. Назад. Слева сверху. Да. А слева сверху такая стрелочка назад. Еще стрелочка назад. Влево такая. Влево, еще назад. Во-во-во, все. Ну, чтобы вы, где комментарии у вас осталось это место. Смотрите, допустим, где картинку ставить, вы куда сейчас заходите, чтобы картинку ставить? Можете зайти туда же? Ну, картинку ставить, я прямо сначала с общего, как у меня стоят они, открытые, я сразу в менеджер захожу и на картинку давлю, и все, переключение, и все вышло. Это у меня сейчас легко идет. Ага. Так, сейчас я просто хочу, чтобы у вас больше не слетало, попробовать сделать. А попробуй, хотя я буду доволен очень. Хотя это мне надо пройти один раз, потому что много, уже третий день я сижу без возможности делать это. Ответы на вопросы. Ну вы сделайте, вот представьте, как будто я сейчас вам дал, ну вы видео закачали, и вам надо картинку поменять. Сделайте эту процедуру, которую вы делаете всегда.
Ну, давай сейчас я назад тогда выйду. Мне надо выйти сейчас на это. В другом месте я выйду. Да, давайте. В другом. Сейчас я покажу. Вот. Вот это вот табличка. Поселок потерян. Сейчас я перехожу в менеджер. Вам видно, нет? Да, вижу. Теперь я менеджер нажимаю. Вот первый нажим, это менеджер. Ну, это понятно. И когда я Вот здесь, захожу. смотрите, видите? Вот видите, у вас уже раз и стало опять неправильно этот, ну, такая слева неправильный, не как вы привыкли. Сейчас, подождите, я уберу тогда этого, чтобы не мешал. Все, я его. Нет, вы классическую версию здесь нажмите, вы лучше вот здесь вот нажмите классическую Так, версию. отсюда как мы уходим. Ну, теперь все у меня здесь как надоело. Дальше, что я делаю дальше? Вот от Нет, этого. смотрите, все. Вот чтобы у вас вот сейчас у вас и там, вот где мы были, комментарии опять исчезнут. Но Потому я что, по видите, вы новым вошли. найду. Раз я Да, записал, вот я смотрите, классическую версию нажмите. нажал. Пропустить? Пропустить. Да. Да. Сейчас прыгает. Во! Вот теперь оставьте вот это, никогда не закрывайте, вот это оставьте. Теперь у вас вот здесь все видео, вы можете здесь изменять все картинки. То есть вот сюда лучше заходите. То есть вот эту вкладку сверху оставьте. Видео, видите, написано вкладка. Ну вот, ее оставьте, и тогда ничего изменяться не будет. То есть вот здесь вы смотрите, как изменять. То же самое, нажимаете на название, на название. Ну да, ну и название. Ну понятно, дальше название, а дальше идет выбрать свой, все как обычно, так? Нет, нет, вот нажмите на там чуть-чуть есть разница. Чуть-чуть. Ну я тогда нажимаю сейчас верхнее. Любое название. Так, Нет. нажал. Ну вот второй ролик. Вот, видать, там вошел. Нет, Я здесь перед вы ней это на набрал. само видео нажали, а на Угу. название было. Так, подожди, Недалеко от сейчас. Батюшкиного Сейчас дома вон верну там. назад. На своем названии вверху. Так, нажимаю. Так, ждем. Во! И видите, смотрите, правее видео идет чуть ниже, свой значок написано. Чуть правее. Да, свой значок. Вот там теперь, вот туда, когда будете нажимать, вон там можно выбрать картинку. Ну, видите, чуть-чуть разница есть. Там бы снизу было, а это сбоку. Так это перед этим мы какие заходили там, что там прошли? Все, Видишь, прямо сразу. просто. Да. Вот. Просто классическую версию надо нажимать слева. Если вы видите вот этот, такая столбцы такие, где там всякий менеджер, видео, слева. После классической версии мы что-то нажимали еще? Ну вот, классическая версия, пропустите, все, больше ничего не нажимали. Пропустить. Но я так и буду держать. А теперь внизу картинки. И вот теперь вот, да, свой значок, видите, справа, справа. Да. Свой значок. Это вот старая версия, как вот у вас до этого все было. А по плейлистам-то где бы я нашел-то? И они вообще не стали здесь показывать. Вот теперь смотрите назад, сделайте назад. Так я уже без этой работаю больше месяца. Куда она кладет, понятия не имею. Смотрите, вот теперь, к примеру, вот вам надо в какое-то видео положить, в какой-то плейлист. Надо, смотрите, что сделать здесь. Вот, допустим, вы видите около видео, около картинок видео, слева такие квадратики. Да. Маленькие. Это вот выбор, то есть там можно ставить галочку. Вот, допустим, поставьте сюда галочку. Раз. Поставил. И теперь смотрите сверху, сверху. Так, подождите, запишу. Ага. Напишите, что это, как поставить в плейлист. Вопрос. Дальше нажать на него, да? Нажали? Не, ничего не надо. Все, вы на. Да, ну как на квадратик нажали, появилась галочка. Дальше.
И дальше, смотрите, выше есть добавить в. Добавить в, да? Да, нажмите. Добавить Нажимаете в. Добавить в. Добавить в. И вот все, которые у вас плейлисты есть, папки, вот они тут высветились. Да хотел теперь уже не найти, куда их накидал-то. Нет, вот и теперь вот куда вы галочку поставите, вот здесь среди вот этих папок, которые написаны, туда это и пойдет, вот это видео. Ну да, которое давно я уже... А давно очень просто, нет, легко. Также вы, то есть вы тут, допустим, поставили куда-то, да, всунули. Тут вы просто вниз, ну вот здесь сделаете когда, то вниз дальше крутите, вниз. Надо и тут найти. Вы... Да, да. И выделяете, тут галочки ставите у тех видео, которых вот вам вы хотите куда-то закинуть. И сверху, опять вверх, вот, ну, понятно. Оно тут сейчас, вот я кручу, когда оно сейчас доходит, да, все, да, уперлось. Нет, а тут видите снизу, 1, 2, 3, 4, это следующую страницу, 2 нажимаете, ну, следующая будет страница, 3. Это не хватит жизни найти, сколько было. Ладно. Нет, но можно, допустим, вот те, которые видео по поводу вопросов-ответов, создать отдельную папку и туда их закидывать. Да, ну теперь уже еще пропустить. Там их всего штук 6-то всего. Или видео-то. Понятно. То есть вы увидите все, что у меня написано, а нажать не можете. Да. А, вон как сделано. У нас тут было, когда бы было такое, потом мы заново все перегрузили, другие сделали, и больше двух человек нельзя. У меня уже трое здесь висит. Меня строго предупредили. Вообще система начинает путаться, переспрашивать и сама менять, сменить пароль. И я мучился, мучился, и оказалось причина, что у нас человек 5 сидело уже на каком-то. А она система сразу начинает заботиться о нас. Ну, вот так, короче, обходимся мы, по милости Божией. Слава Богу. Ну, можно даже без доступа. Вот, допустим, у вас есть, я вижу, снизу идет TeamViewer. То есть, это вот снизу такая программа, которая, она не дает доступ мне к вашему каналу, не дает. Но она дает мне доступ к вашему компьютеру. И я как будто это вы захожу. Это то же самое делал Сергей, я видел. Вот видите, слева снизу такая голубая стрелочка. А книга где? Надо выйти из этого сейчас? Не, можно не выходить даже. А вот где-то под правее, вот смотрите, есть пуск. Пуск, видите, слева снизу? Пуск. Подождите, мне это надо оставить, вот это, чтобы никуда не... А все оставляйте, да, просто не трогайте. Я новое открою. Это можете даже не открывать, это вообще не связано с этим. Никак. Ну ладно, открыл. Вот слева снизу, слева снизу. Слева снизу, что там? Есть пуск, прям слева, в самом-самом низу слева. Еще здесь? Язык русский. Нет, это вот не здесь, не в самой этой штуке, а вот у вас на компьютере. Ну я на компьютере смотрю, что там нужно найти? Слева снизу пуск, видите, пуск. Вижу пуск. И вот теперь правее идите стрелкой, право-право-право. Так, Библия, вот это Skype. Дальше. А дальше программа. Дальше. А дальше у меня это что-то язык русский. Это, видимо, Chrome. Дальше. Ну а дальше там Viewer. Вот, там Viewer. Вот через эту программу, если что-то случится, что вы никак не можете сделать или что-то, можно будет, чтобы я просто. Вы нажмете на нее, я тоже у себя нажму, я просто зайду и у вас там поправлю, что нужно. Вот это дело другое. И там это не будет никаких проблем с паролями, ни с чем это не будет, поскольку это он не будет, он будет думать, что это вы делаете, а не я. Хорошо. То есть это управление вашей мышкой, я тут возьму. Хорошо. Добро. Ну, следующий где у нас урок-то будет? В понедельник. В понедельник. Ну и ладно. Понедельник. Я сегодня переезжаю, прошу так, что молитв. Помоги, сегодня у меня большое, сегодня большая работа предстоит. А кто помогает там тяжелые вещи-то носить? Ну вот, да, отец помогает. Ну тут я уже все перевез, осталось, ну много уже, не так много осталось, но уже вот все основное, компьютер, стол, вещи уже там и на кухню вот эти, сегодня уже будем перевозить и посмотрим. Там интернет гораздо хуже, чем здесь у меня, но я его потом настрою. Так что, дай бог. Да.
А то, что где сейчас живете, это навсегда покидаете. Да. Уже да. Там не прописано, назад вам возврату не будет. Нет, все, летом продаваться будет квартира. Понятно. Ну, привыкаешь, человек, и к новому месту. Да, дай бог. Хотя бы там земля есть, там 5 соток у нас. Вот этот последний ролик Володя поставил, как он там навоз перевозил через пруд. Плот сделал, а потом тут подвозился, а потом погрузил, трап убрал, и туда дальше, как вот муравей работает. Да. А, Игнат Тихонович, вчерашнее видео мы с вами засняли, вы мне скиньте, пожалуйста, его. Так почему сразу-то не сказали-то? Сказал я вчера, сказал. Я вчера, когда мы снимали, я сказал, это видео мне тоже надо скинуть, поскольку качество хорошее. У вас оно осталось? Да нет, конечно. Вчерашнее? Точно? Ну, все, точно. Все, я смотрю, я сразу, раз не нужно, я все уничтожаю. Я хотел оставлять, но ничего. Мы же вчерашнее сказали, что я говорил до, те, которые до, а которые вот сейчас снимали, помните, я сказал, что его не надо, его мне надо оставить. Я не могу разобраться, какие поставлены, какие не поставлены. То у меня так они стоят. Ну ладно, у меня тоже заснято. Придется просто. Тогда как есть, на будущее сколько мне держать их, когда заснимется? Нет, я просто про каждое говорю, которое надо, а какое не надо. То есть мы вчера снимали, и вы потому что закачка была, и для меня было качество плохое, поэтому. И вот я говорил, что надо это видео мне надо. Не в пай не взял, говорил, я как будто не слушал. Даже этого нет. Я ее подержал маленько, подержал, а потом выкинул. Думаю, жалко. Если бы было пространство где-то, я бы положил, пусть они лежат пока. Но поглядел. Я вокруг их кручусь сколько дней уже. Кое-что убрало. Удалить, нажали удалить, да? Ну, конечно. Я их сначала же должен был вытащить. Посмотреть. Просто, может, у вас в корзине оно лежит? А, ну-ка, давай. Давайте. Давай. Это, я... Сверху, да, вот это. Наверное, я корзину очистил. Так, что сейчас делать-то мне? Вот сверху, да, правильно вы нажали. Свернуть. Я свернуть хочу. Так, еще раз. А еще раз. Корзину я временами очищаю. Ну, тут что-то много, может, и сохранилось. А как его найти теперь? Как называется? Так, сейчас. Сейчас. Я по времени сейчас посмотрю. Стрим. А вот эти папки стрим, это откуда они идут? Да, это которые я со своего... О, ну я тут вижу, что этот... Сейчас я скажу по времени. Ага, ниже. Так. Так, еще ниже. Все. 41. Так, 41. Так, выше. О, так, это аборты, где-то убийство. 38. Мы разговаривали час, вчера где-то час 12. Здесь этого нету, значит, вы не удалили. Нет, там у меня чисто, в автозаписи же. Ну, еще смотрите здесь. Ну, вот это, которое стоит такой без этой, ну, это звук один. Звук в формате. Угу. А вот выше там 1, 2. Это нет, надо тут... смотреть, что именно. Нет, там видите, мало секунд. Мало, это не то. Мало секунд. Ну давайте еще раз прокручу. Вот смотрите здесь. Америка, ночь. Вот это вверху, другое. Вверху, которое много, это Голубева. Аборты, где-то убийства, я слева направо. Нет. Здесь нет, вы не удалили. Либо в папках стрим, в папках. Но я сомневаюсь, в папках стрим у вас, наверное, вы не удалили. Нет. У вас где-то это есть. Молитва утром о плоти и крови, так, ответы и вопросы. Вот, бесы, номер 1, номер 4. Ну это да, это все, это не то. Ответы на вопросы, бесы, номер 1, номер 4, номер 4, вообще-то не знаю, так много-то, почему одно и то же. Подготовка Ничего. Записи. Поп на самокате. Нет, все, я вижу, Игнат Тихонович, тут нету. Так, ну еще я должен, еще сейчас сделать. Так, сейчас скажу.
стрим, папки выше идите. Выше. Я думаю, нет, стриме не, нет. Это стрим, это который я писал на свой аппарат. Который на камеру писали? Да, на камеру, стрим. А то в автозаписи, я его вынимаю, оно просто готовое уже. Никакого стрима там нету. А войдите в автозапись тогда. Да там нет автозаписи, там еще нет. Все. А, вот. там что-то есть. Ну-ка, подожди-ка. Есть, есть, там вы это не могли удалить. Да что я не мог, это мог, конечно. Давай. Так. Так, первый я включаю, что такое. Так, закрыть, не пошло. А почему так? Откуда я знаю? Надо сначала, наверное, вытащить оттуда. Не я должно. Вытащу. Сейчас. Вытащу на экран. Она еще так говорит, операция не может быть завершена. А, все, 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 понял, я понял. Почему? Это не надо, это сейчас пишется, который мы сейчас делаем. А ну, не... да, да, дальше-то, другие-то есть. Другие, да, делайте ниже, ниже. Вот так. Прям так запускайте и все. Сейчас я это все буду оттуда вытаскивать. Все, не надо, вот это, да, вот это, ага. Нет. Так, это не то. Это утро, молитва. Да, закрывайте. Так, я сейчас под ее подпишу молитву. Это утренняя молитва у нас. Вы само видео закройте, само видео. Он иначе не даст его подписать. Не даст подписать. А видео надо... как? А молитвенный. Видео Боже. Крестик нажмите около видео, крестик сейчас, сверху. Создав имя Господи, вот это имя. Не-не-не, крестик, сверху, крестик. Я согрешил, Господи. Прости меня грешного. Сверху, сверху. Да, вот. Мне надо пометить хочу, чтобы, ну, не путаться. Так, молитва. Теперь опять туда заходить? Да. Вот теперь вот это, да. Прям там запускайте. Мир вам. Добрый день. Во, видите, все хорошо. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Так это она? Она, она. Так, как ее озаглавить-то? Напишите вопросы от людей. Ну так. Целиком сейчас я посмотрю, сколько она. Ууу, какая, я ее ужимать буду. Да, ужмите. Ужмите, это 1,8. Почти 2 гигабайта, это мне до утра. Да, ужмите, ужмите. Сейчас, так, вопросы. А теперь еще один остался. Остальное я вымету отсюда. Еще да. Такое. Христос воскресе. Ой, это Рахиль. Это занятие. А, ага. Он меня приглашает, он в спортзал вроде для здоровья. Занятия. Вот это тоже мне, я свои ставлю, я закину. Занятия. По марку. Так. Я его сразу к себе туда загоню. Пойдет она на обработку в администрацию. Ну а это что тут? Это уже ничего не нужно, да? А вот это что? Да, что-то ненужное уже. А, это наш разговор сейчас идет. Это сейчас пишется, да. Это. И он. Да, это вы сами там. Ну все, тогда. Вопрос от людей. Мне просто ссылку дадите, когда все готово будет. Сейчас я ее ужму и сразу закачаю. Да. И потом скинуть на нее доступ. Или так, пусть открыто будет. Да пусть открыто будет, ничего страшного. Это легче, когда открыто. Возьмете все там, я ее тогда сниму туда и на этом конец. Да. Ну, все тогда, да? Да, все, спаси Христос. Все. Все, выключаюсь. Да, благодарю. Аллилуйя. Аллилуйя. Бестолковый не могу.